Лучший в мире специалист по созданию образов вымышленных существ Энди Серкис готов сыграть в сольном фильме, посвященном Бэтмену. Такое признание сделал сам актер в интервью издания Джобло. О, конечно же, я бы отправился на край света вселенной с Мэттом Ривзом. Я имею в виду, что он блестящий режиссер, я бы снова с ним с удовольствием поработал, так как я его просто обожаю. Мы очень хорошие друзья, близкие друзья, и я думаю, что он один из самых экстраординарных постановщиков сегодня, сказал он. Что же касается возможного участия в сериале о событиях в Средиземье, который намерена запустить производство компании Amazon, то Серкис уверен, что есть множество иных, не менее интересных проектов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.